Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Катя, и я сниму разу сорт видео, не только сифорские заказы, но и анбоксинги всячески. Бьюти, влоги, Sephora, Asos, Shein, корейский, китайский сайт. Поэтому, если вас интересует такой род контент, beauty, lifestyle, fashion, пожалуйста, не забудьте подписаться, оценить это видео непременно. И, конечно же, нажмите на колокольчик. Вы не захотите пропускать мои загрузки. Я очень часто загружаю. От 3 до 7 раз в неделю. Друзья, я что-то запамятовала. Я вас вообще познакомила с моей новой декорацией. Это вот такие вот классные осенние лиськи у нас. Если честно, друзья, я хотела что-нибудь такое найти в магазине хэллоуинское, типа там тыквы какой-нибудь прикольный. Но в этом году что-то как-то не густо, если честно, я ничего не подыскала, поэтому ограничимся моими вот такими лиськами, которые такие осенние, в свитерах, в кофтах, в кардиганах, что называется sweater weather, да, то есть как бы свитерная погода, они ей соответствуют. Итак, друзья, сегодня я вам покажу быстренько новый заказ Sephora, вернее, это даже комбинация нескольких заказов. Ой, это вообще, значит, у нас тут и палетки, и духи, и уходовая косметика. Более того, у нас грядет большая распродажа, по-моему, в конце октября, конец октября, начало ноября. Там будет там 20% скидка, поэтому этого еще мы ждем. Я очень хочу купить новую палетку, которая лимитированная коллекция, новогодняя Pat McGrath. Я уверена, вы про нее знаете, она очень красивая. Я такую же палетку покупала в прошлом году, и мне она очень-очень понравилась. У меня есть видео, да, мы с вами ее разбирали. Вот, в этом году новая палетка, очень красивая, точно так же, поэтому и она как бы намного дешевле, чем у нее в принципе стоят палетки, поэтому я как бы ее выслеживаю, на нашей Sephora ее пока нет. Я знаю, что она есть на сайте Pat McGrath, но я хочу на Sephora купить, у меня там баллы копятся, и там, короче, вот это вот, может быть, даже скидку 20% получится применить, поэтому напишите, знаете ли вы эту палетку, интересно ли вам было бы на нее посмотреть, ну, типа мини-обзор. Вот, так, короче говоря, друзья, первое, что я вам показываю, это бальзам для губ от бренда Jack Black. Это, друзья, мужской бренд на самом деле, но я его просто обожаю, у них так все вкусно пахнет, и вот этот вот бальзам для губ, опять для губ. Это что такое? Это что за новое слово такое в моем словаре для губ? Бальзам для губ. Значит, смотрите, в чем его преимущество? У него SPF 25, то есть я эти бальзамы использую днем, когда нужно выходить из дома. И они защищают от солнечного вреда. Так как солнце, естественно, повреждает наши губы, на них же очень тонкая кожа, поэтому их обязательно надо защищать. Вот, этот я решила попробовать в запахе мята. У меня сейчас заканчивается точно такой же в запахе масла ши. Боже, как просто великолепно бальзам для губ. Они очень недорого стоят, кстати говоря. Я не знаю, почему про них мало кто говорит, но если вы живете в Канаде, в Америке, ну, я не знаю... Это вообще, это одни из моих самых любимых бальзамов, вот так вот выглядит упаковка, я говорю, что это мужская фирма Jack Black, но какая разница, мужская, женская, если вам нравится продукт, точно так же у них классные гели для душ существуют, вот, и не только, поэтому вот, отлично, очень-очень он недорого стоил, и у меня вот тут уже прям заканчивается совсем, так, я вам рекомендую их, дальше. Наборчик новый, рождественский, каждый год они их делают, но в этом году он так дешево, ну как бы как дешево, дешевле, чем обычно, из лимитированных, здесь не только, по-моему, лимитированные, здесь, да, здесь не только лимитированные, здесь есть и из обычных коллекций, короче, Laneige, мой любимый бальзам для губ, это мини-версия, их здесь 5 штук. Так, значит, смотрите, вот этот розовый, это классический в запахе ягодном. Это такой у меня есть в большом варианте, я его сейчас использую. Дальше, вот этот вот нежно-розовый, написано Sweet Candy, то есть сладкие конфеты запахом. Дальше,
фиолетовый gummy berries со вкусом мишек, вот этих, знаете, желатиновых, желтенький со вкусом лимонного щербета, и вот этот вот тут закрыто, но я знаю, что зелененький со вкусом мятного шоколада. Короче, в этом году они стоят дешевле, и это классно, возможность попробовать всякие разные вкусы, и, возможно, какой-то из них я или вы захотим приобрести в большом варианте. Я эти маски просто обожаю, их использую всегда, каждую ночь. И не только я, их очень многие любят. Это, конечно, у них бестселлер. Бестселлер у них особенно вот в этом классическом варианте berry, то есть ягодном. Это не мой любимый далеко запах, то есть как бы он, ну, нормальный он обычно, но мне очень нравится ванильный. Ванильный просто великолепный. Еще грейпфрут. Вот у меня грейпфрут есть в большом варианте, я его потом буду тоже пользовать. Так что мне интересно было попробовать вот эти запахи. И у них, кстати говоря, в большом варианте точно так же есть лимитированная коллекция, именно вот к Рождеству сделана, то есть как бы вот, как только она распродастся, этих больше не будет вкусов и запахов, вот, так что это такая возможность попробовать то сейчас или никогда, как говорится. Так, вот такой вот классный наборчик, он, конечно, у него очень хороший рейтинг, и он очень быстро распродается. Так, дальше, пару палеток, ну, без палеток мы с вами, конечно, не можем обойтись. Dominic Cosmetics, вот такая вот опять огромная палетка, у нее все было на 50% вот эти палетки, скидки, поэтому у нее, вы знаете, что я люблю, у нее качество хорошее, это палетка под названием Berries and Cream, вот так вот она выглядит, и давайте я вам покажу, как выглядит внутри, непосредственно здесь есть, как всегда, зеркало, конечно, и... На самом деле цвета, друзья, в этой палетке очень-очень зимние, осенние, просто идеально как раз на эти времена года. Вот такая вот красота. Мы с вами будем ее пробовать обязательно в сефоровском видео, да. Но я знаю, что у Dominic Cosmetics хорошее качество, и вот эта палетка, конечно, супер-супер красивая. Здесь и матовых полно, и шиммерные очень красивые, просто вообще отлично. За полцены, конечно. Я бы, может быть, за полную цену подумала еще, а за полцены вообще просто кайф. Так, и еще одна палетка, я ее еле выловила, она была распродана очень долгое время. Потом она появлялась буквально на полчаса, и снова я ее не успела купить, она распродалась, и тут я снова ее вижу, она буквально там всегда пишет, там всего несколько осталось, я думаю, это мой последний шанс. Короче, друзья, Marc Jacobs, и эта палетка в цвете 740 Scandalust, вот так вот называется она, так. В общем, у него эти палетки точно так же, не знаю, вроде не может сосредоточиться он на названии, они у него все на 50% скидке, так как вы знаете, что Marc Jacobs претерпевает ребрендинг, то есть их, по-моему, кто-то купил, и все они распродают, сейчас они будут полностью делать новые, видимо, я не знаю, формула. Новую, наверное, формулу, новую упаковку, но я надеюсь, ничего не изменится в формуле, по крайней мере, потому что у него вот эти палетки просто шикарные, и мне бы, конечно, не хотелось, чтобы они что-то поменяли, там, например, сделали формулу другую хуже, да, или там... В общем, вот так вот выглядит цветовая история, тоже такая осенняя, вообще просто бомбическая, зимняя осень, но вообще, на самом деле, на каждый день точно так же подойдет. Я обожаю его эти палетки, особенно, опять же, я вам говорю, на 50% скидки. И эту палетку я не могла никак выловить, она всегда была распродана, поэтому я ее все-таки урвала. Так, это Marc Jacobs, я вам сильно их рекомендую. На самом деле у него на сайте, вы можете зайти на его сайт, и там многие палетки уже распроданы, понятное дело, но несколько еще есть, и вот они на... Они даже, по-моему, дешевле там, чем на Sephora. Поэтому, если вас они интересуют, пожалуйста, не стесняйтесь, заходите и смотрите. Я, кстати, по возможности все это залинкую внизу для вашего удобства, как всегда, да? Так, теперь самое интересное, друзья. Во-первых, это, наверное, вам ни о чем не говорит. Вот я обожаю Discovery Sets парфюмерные. Вот это вот такой Discovery Set. Это от бренда Floral Street. Это инди-бренд. Очень красивое оформление, всегда у них вот такое вот все цветочное, просто невероятной красоты.
Здесь 8 парфюмчиков, то есть их практически вся коллекция, у них сейчас 9-й вышел новый, но у него там рейтинг просто зашкаливает, но, к сожалению, вот в этом наборе его нет, я надеюсь его как-нибудь достать другим путем. В общем, Floral Street, мне очень нравится этот бренд, вот так вот все это выглядит, вот эти все парфюмчики. Напишите, знаете ли вы его, я очень люблю... По крайней мере, 2 вот из этих мне бы хотелось приобрести в большом варианте. Но посмотрим, как бы, видите, этот бренд, конечно, я думаю, что его больше знают в Америке, в Канаде. В России, наверное, не так сильно. Поэтому я, может быть, и сделала бы на него обзор. Но посмотрим, короче говоря, я еще не решила. Вот, так что я обожаю вот такие вот Discovery Sets, чтобы можно было попробовать многое сразу и определиться, да, нужны нам большие варианты или нет. Классно. Так, дальше. Еще один. Эти я все покупаю от Sol de Janeiro. Это вот такие вот классные совершенно парфюмированные спреи для тела. Это лимитированная коллекция. Это, я не знаю, Анита, это, по-моему, певица какая-то бразильская. Короче... Это коллаб был, и они сделали вот такой вот номер, это не номер, на самом деле здесь просто написано Sol de Janeiro и Anita, и это вот такой вот, видите, он полностью запечатан, мы будем делать первое впечатление тогда в следующем видео, когда Sephora будем тестировать, так вот интереснее, да, поэтому я вообще не знаю, как он пахнет, вообще ноль представления о том, как пахнет, каков этот запах, но... Знаете что, все предыдущие, которые у меня уже 4 есть, короче, вот это, у меня вся коллекция теперь есть, вот этот включая, да, я их обожаю, они стойкие, они потрясающе пахнут, вот это мини, кстати, размер здесь 90 мл, у них еще есть большой размер, но вот этого мини-размера его хватит на целую вечность, поэтому даже не покупайте большой размер, мне кажется, мини самое оно и стоит они недорого. В общем, здесь какие у нас ноты? Passion fruit, нектар passion fruit, розовый пачули, нектар, так, что еще-то? Все, что ли? Какие здесь у нас еще ноты-то? Короче, друзья, это мы будем нюхать и, надеюсь, приятно удивляться, потому что если мне он не понравится, ну, я кому-нибудь его подарю, ничего страшного. Так, это, значит, будет видео про Sephora. Дальше. Вы знаете мою любовь к бренду Come to Us with Pacific. Это мой любимый бренд, когда дело заходит о гурманских ароматах. Я их просто обожаю. Они пахнут, как я люблю, вот этим сладеньким кальянчиком. Ну, у них разные, у них есть вот ванильные, всякие разные, в основном ванильные. Короче, полный размер ваниль коко, ваниль кокос. Здесь 100 мл, вот так вот. Пишется бренд, так вот пишется аромат. Они стоят, на самом деле, очень недорого для нишевой парфюмерии. Они супер стойкие, хотя про стойкость я не люблю говорить, потому что это очень индивидуально. На мне все стойко, если честно, поэтому про стойкость я не берусь как бы судить. На вас, может, они не будут стойкие. В общем... Просто невероятные. Они мне делают счастливыми. Я сейчас понюхала, и мне так хорошо стало. Ваниль кокос. Это раз. Я еще один купила. Но они были по скидке очень хорошие, поэтому когда по скидке, тогда, конечно, большой размер. Потому что я знаю, что я их просто обожаю. Это, ну, мои любимые. В общем, я чуть ли уже... Я очень хочу всю коллекцию. У меня, знаете, какие еще есть? Вот этот ваниль кокос. У меня есть экстрим кокос еще. И недавно я вам показывала, ванильная страсть у меня есть. Экстрим кокос у меня 100 мл, а ванильная страсть 30 была. Этот 100. И ваниль банан. Короче, рассказываю, тоже 100 мл. Мы ходили недавно по магазинам, мы шопились, хотели комод присматривали себе. Мы купили комод, очень-очень крутой. По дороге мы зашли в Sephora, я говорю, пошли в Sephora нюхать духи, потому что как бы остальное я могу онлайн сюда как бы смотреть, а духи, сами понимаете, надо непосредственно нюхать и решать на месте. В общем, я там много чего набрызгала, там всякие разные ароматы, которые меня интересовали. И из Come to Us with Pacific я не знала, как пахнет только вот этот ваниль-банан. Остальные у меня уже есть в маленьких вариантах. Я знаю их хорошо. Я думаю, я хочу понюхать ваниль-банан и определиться, нужен он мне или нет.
ну, как вы понимаете, он мне оказался нужен. Мы его брызнули, и мы потом весь день ходили, принюхались к руке, настолько он вкусно пахнет. Опять же, у них ДНК один абсолютно, то есть это вот кальянный такой сладкий гурманский аромат, который хочется скушать, да? Ну, вы понимаете, о чем я. Поэтому... когда его изначально брызгаешь, он пахнет как бы такой взрыв, банановый взрыв, друзья. Давайте я сейчас его, у меня уже, ну, можно брызнуть сейчас. Банановый взрыв, короче говоря. Сейчас. Вообще банан, банановая жвачка. Но потом это как бы проходит и остается вот этот вот кальянный запах. Ой, кондитерская, ой, банановые пироги, я вам точно говорю, друзья, напишите, знаете ли вы этот бренд, продается ли он в России, я что-то была уверена, что он продается в России, но что-то я засомневалась, напишите, пожалуйста, я заходила, по-моему, на российскую Sephora не так давно, я смотрела, какие вообще у вас есть бренды, какие у вас бренды парфюмерные продаются, я как бы постараюсь сделать по этим брендам, которые у вас есть, да, чтобы было интереснее. И я не помню, видела ли я там вот этот Comtois Sud Pacific. Напишите, есть ли он у вас. Банановое великолепие. Короче, это все пока, но опять же ждем распродаж и надеемся на классные скидки, на классные наборчики, может быть, какие-нибудь рождественские. Я уже кое-что присмотрела. Итак, друзья, подписывайтесь, такие видео еще будут, и не только такие, оставайтесь в нашей замечательной позитивной компании. А пока мы, наверное, будем прощаться, хоть и очень-очень не хочется, но мы увидимся с вами в ближайшем будущем. Всего хорошего! Пока-пока!